На Олимпиаде в Рио Дмитрий Барсук и Никита Лямин дошли до 1/4 финала, где они встретились с парой из Италии. Соперники выиграли друг у друга по партии и определяли сильнейшего на тайбрейке, в котором сильнее оказались итальянские пляжники 2-1. «Я планирую закончить карьеру, ведь мне уже 36 лет. В матче с Италией не все получилось, что мы намечали, но провели игру выше среднего уровня. Хотелось большего, но перед турниром рассчитывали даже на меньшее. В целом провели хороший турнир и довольны своим выступлением». Евгений Ромашкин, тренер по пляжному волейболу команды Подмосковья, несмотря на проигрыш в 1/4, продолжает поддерживать ребят. Жена Дмитрия Бурсука тоже спортсменка. Выступает с мужем за один клуб. Она очень переживала и смотрела все его выступления на Олимпиаде. «Смотрим Олимпиаду, болеем за мужа в первую очередь, за наших пляжных волейболистов и вообще за всю Россию. Вот, очень хотим, чтобы победили. Вот, мы мысленно с ними. Вот, и хотим, чтобы у них все получилось». Пляжный волейбол, помимо традиционных для волейболистов прыгучести, хорошей реакции, силы, чувства мяча, требует больше выносливости, поскольку в игре на песке спортсменам приходится чаще совершать прыжки и рывки. Матчи могут проходить и в условиях высокой температуры, при ярком солнце, дожде или сильном ветре. К тому же одной команде часто приходится проводить сразу по несколько игр в день. Дарья Сутягина, Алексей Лагутин, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».